В осенних неблагоприятных погодных условиях количество наездов на пешеходов значительно увеличивается. Только за последнюю неделю сентября в области произошло 15 ДТП с участием пешеходов, что составляет около 40% от общего количества дорожно-транспортных происшествий. В начале октября ситуация не изменилась. Так, только за прошедшие сутки в Рязанской области было зарегистрировано 5 случаев наезда на пешеходов, причем 3 из них были совершены на пешеходных переходах. Сотрудники госавтоинспекции отмечают, что водитель в неблагоприятных погодных условиях должен быть осторожен, подъезжая к пешеходным переходам и остановкам общественного транспорта. Но и пешеходам, в свою очередь, прежде чем выходить на пешеходный переход, нужно убедиться в безопасности. Большую опасность представляют открытые зонты и капюшоны, которые используют пешеходы в подобных погодных условиях. Из-за зонта либо капюшона пешеход не всегда может правильно ориентироваться на проезжей части и совершать определенные ошибки. Ну и, конечно же, пересекать проезжую часть можно только по пешеходному переходу и никак иначе. В темное время суток сотрудники госавтоинспекции советуют использовать светоотражающие элементы на одежде, что позволит водителю вовремя заметить пешехода и среагировать на его появление. Конфликт пешеходов и водителей – это вообще достаточно распространенное, скажем так, дело. Смысл в том, что только взаимовежливое и строгое соблюдение правил дорожного движения поможет избежать трагедии на дороге. В целях усиления профилактической работы в Рязанской области ежедневно проводятся мероприятия, направленные на пресечение нарушений правил дорожного движения как со стороны водителей, так и со стороны пешеходов. Ирина Ковалева, Игорь Глотов, телекомпания «Город».